куда посмотри на свои работы и так далее. И просто на всякий случай, надеюсь, что никто из наших слушателей даже не думал так делать, но если вдруг вы думали, то перестаньте. Сразу, прямо сейчас. Фу-фу-фу. Да, фу-фу-фу. Потому что даже не просто потому, что это невежливо, и с вами никто никогда не захочет общаться, но еще и потому, что все люди, которые это увидят, еще и порекомендуют тем сотням других людей, которых они знают, скорее всего, с вами не общаться. Вот. Главное еще критика, которая конструктивная и говорит им.